Наталья, пару вопросов. Как вы прокомментируете обвинение в убийстве вашего мужа? Мне нечего тут комментировать. Мой муж погиб в автокатастрофе. Я уверена, его убили. И даже знаю, кто. Я вас всех ненавижу! Something escapes you. Реально, чего ты хочешь? Бабла, наверное. Ты с ней поаккуратнее, она тебя плохому научит. Может, я этого и хочу? Правда? Потому что всегда вот так начинается. Сначала пьянки-гулянки. Ты, главное, меня не сдавай. Потом забросишь учебу. А с преподом с этим спишь? Все, прощай нормальную жизнь. На, держи. Поднимет настроение. Хочу. В чем проблема? В деньгах? Ну, поплыви ты со мной в конце концов. Не трогай меня. У тебя дочь наркоманка, да еще и психопатка. Ну-ка, все из-за тебя! Ты избавилась от моего отца, а сначала использовала его. Это еще вопрос, кто кого использовал. А я думаю, мы затусим, как раньше, все вместе, в старые добрые. Нет? Ну, ладно.